Ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы «Час земли» пройдет 28 марта. Ее главная цель – привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды. Во время проведения акции в Одинцовском округе на один час отключат свет в нескольких административных зданиях, а также архитектурную подсветку некоторых спортивных сооружений. Такой добровольный блэкаут символизирует неравнодушие к будущему планеты и ее энергетическим ресурсам.